народы совершаются различные экспедиции, путешествия на русский Урал, и на Урале найдены были также вот эти вот замечательные поделочные камни различных оттенков и сортов, и цветов. И бадахшанский лазурит отличается от небогатых лазуритов тем, что он очень синий, очень темный, а вот бадахшанский, такой небогатский лазурит, он имеет в портфеле включение кварца и имеет такой более разбеленный цветовой гамм, более светлый по лазуритам. Лучше мы будем мастерской Агана Кемина. Набранный паркет из 7 полудрагоценных сортов дерева. Мы видим с вами амарант, розовое дерево, травяной граб, самшит, палисандр. Также мы видим вкрапление, включение не черного дерева, как является очень антрагентным, янутый, сипучий ягод. И даже не в этом уникальность этого паркета, хотя и без перламутровых штабов был бы изящным и нарядным. Уникальность этого паркета как раз в том, что он инкрустирован перламутром.